Сегодня вокруг страны бродит за границей полдесятка правительств в изгнании. Все хотят прийти, полакомиться на Беларуси, порубить на куски и что-то положить в карман. Я уже говорил, появилась так называемая «черная сотня» в центре. И здесь уже кое-где стали возникать отдельные центры, пока не возбудила прокуратура уголовное дело. Как только возбудили, половина или больше там разбежались, а эти спрятались под плинтусом. Мы их вытащим всех. Подумайте, что они нам предлагают, эти черносотенцы. Сегодня средства массовой информации – это часть гибридной войны, которая развязана против Беларуси. Все сконцентрировано на средствах массовой информации. Начали давить, травить семьи, начали запугивать детей, госслужащих, военных, журналистов. Это ненормально. Это будет пресекаться самым жестким образом. Я только что сказал, суббота, воскресенье на раздумья. С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью. Но самое страшное, если будет продолжаться давление на людей. Мы выработали алгоритм действий против тех, кто запугивает, против тех, кто травит семьи.